космос подстерегает его на каждом углу. Поклонники считают, что он пришел на Землю с другой планеты, а свою супругу он нежно называет своей вселенной. После выхода на экраны картины «Притяжение» легенда о космическом происхождении Риналя Мухаметова обрела новую жизнь. Однако другая планета на самом деле оказалась поселком Алексеевская, расположенным в сотни километров от Казани. Его родители были далеки от творчества, однако их обоих считали первоклассными специалистами. Отец работал механиком, мать – бухгалтером. Творческая жилка была у дедушки, он выступал в самодеятельном театре. Риналь никогда не мечтал о карьере актера. Он долго не мог справиться с заиканием, хоть мать и продолжала упорно водить его по врачам. Устав от борьбы, мальчик решил просто наслаждаться жизнью. Однажды он понял, что ему интересна музыка. Он начал осваивать барабанную установку. Но Риналя интересовали и более мужские занятия. Например, он начал увлекаться акробатикой и хоккеем. Он был сильным и ловким и хотел в будущем стать военным. Однако в Суворовское училище поступить он не смог. Рамиль плохо знал точные науки. Объединив свои таланты в музыке и акробатике, он решил освоить эстрадно-цирковое искусство, для чего и поехал в Казань. В университете им восхищались все педагоги. Они говорили, что юноша и сам не понимает, насколько он талантлив. Следующим этапом на его пути была Москва. Мухаметов все еще стеснялся заикания, но все же решил попробовать поступить в школу-студию МХАТ. Курсом руководил Кирилл Серебренников, режиссер, который видел потенциал парня и не обращал внимания на его речевые дефекты. Он был уверен, что Риналь сможет с ними справиться. Очень скоро актер признается, что за свой успех благодарит именно Серебренникова, который его всему научил и который всегда его поддерживал. После учебы Мухаметов остался в Гоголь-центре и принял участие в нескольких интересных проектах. Риналь был очень рад получить свой первый букет. Но еще больше ему понравилась девушка, подарившая его. Ею оказалась Каролина Иерусалимская, с которой мужчина несколько раз ходил на свидания. Их отношения становились все серьезнее и вскоре влюбленные поженились, но спустя 2 года молодые расстались. Успех в кино пришел к актеру практически сразу же. Он сыграл главную роль в фильме «Искупление». Ему выпал шанс примерить на себя образ еврейского летчика. Далее его ждали такие работы, как «Погружение» и «Три мушкетера». Но настоящим хитом стала кинолента «Притяжение». После выхода картины его стали считать одним из самых красивых актеров современности. Риналь шутил, что он всегда думал, что его будут не любить за его заикание, а оказалось, что раздражение он вызывает своей инопланетной внешностью. От дефекта речи он так и не избавился, периодически он начинает заикаться, например, если в роли он встречает что-то глубоко личное. Актер уверен, что работать можно и с заиканием, главное уметь держать его под контролем. Второй супругой Риналя стала Сюзанна Акжеева, которая долгое время была его другом. Именно поэтому их отношения такие крепкие. Они знают друг о друге буквально все. Актер не любит называть Сюзанну женой, ему больше нравится возлюбленная и вселенная. У них родилась дочь, которую молодые родители назвали Эвией. Свадьба Сюзанны и Риналя была скромной. Актер не хочет делать свою личную жизнь достоянием общественности. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь мнением в комментариях.